Добрый день, с вами Life News и я, главный корреспондент Зунчев Петр. Мы все помним недавнее ограбление банка. Полиция всерьез занялась этим делом. Ограбление банка произошло в момент открытия бара. А половина личности не было запечатлено на пленку СМИ. Поэтому спектр возможных преступников очень высок. Есть некоторые люди, которые исключаются из этого списка, так как находились все преступления в одном месте, то есть на выступлении мэра и вообще выступлении в баре. А пока ведется составление списка подозреваемых. Чуть позже будет проясняться ситуация. Сейчас остается в городе положение рейд, поэтому идет обыск. Я вас как раз про них спрашивал. Сэр, идет проверка, пока ничего не обнаружил. Прям ничего? Прям ничего. Подожди. Кроме запрещенки, не важно. Включись фонарик, сэр. Сэр, просто сэр, нету. Так, а правильно, вы баллотируетесь, правильно? Да. У вас подозрения, да? Да. На видеозаписи пока показала, что стоит подозревать эту семью. Семья? В принципе, да. Подозрения есть определенно. Ну, чего из них? Знаете, я пока ваши документы проверю. Что, химическое оружие? Изъяты запрещенные вещества. Пойдем из Бразилии. Вы хотите открыть крутой бар? Да, уже занимаемся этим. А я просто на работу хотела устроить. Вы чувствуете, мне придется много. Что это за бартон? Ничего интересного. Ну, я думаю, вам стоит присутствовать при обыске. Это план ограбления банка. Пожалуйста, на это обычный план по прайсу. Сценка какая-то. Вторая сценка. Тайный Санта. Опа! Мы же не кладем. Тайный Санта. Да, тайный Санта. Я что записываю все. Если что. Я никогда не. Держите. Боюсь, Лида. Меня будет ненавидеть. Я нашел. Мафия, 11-е. 11-е слово мафия написано. Сэр? У нас в городе нет мафии. Наберитесь, пожалуйста. Сэр? Написано мафия. Это мои шоколадки. Мамри, клина, все мои. И этим же почерком написано... Извините, пожалуйста, но это план по празднику. Это у нас. У вас мафия, да, по плану будет? Это... Какому вопросу с ней посещает городской суд? По ограблению банка. Все же вы хотите узнать. Банк ограбил. Представьтесь. Мистер Ди, владелец. Да. The Production Studio. Да, мы слышали, диджей у вас классный. Да. Скажите, пожалуйста, вот мы, у нас есть уровни допуска. Да. Но полиция, но они пока не работают. Полностью игнорирует вообще все попытки предоставить эти уровни допуска. Законы рассматриваются. Скажите, вот ваше мнение, принят ли будет закон или нет? Честно, с точки зрения логики могу сказать, что судить по тому, принят он или нет, можно по вашему лобби, скажем так, в администрации. Если у вас достаточно людей знакомых, то он будет принят. Потому что вряд ли кто-то просто так поддержит закон, чтобы ваши... репортеры совали везде нос со своими пропусками, где не нужно. А то есть он суд так, да, решает в городе? Связи? Думаю, да. А. Что? Что вы улыбаетесь? Конкретный вопрос мне задайте, я вам отвечу. То есть вам смешно, да? Да. Ваш закон не прим... С чего взять, что вам не дадут? Я без понятия. Ваш закон не прим... Ваш закон не прим... Я без понятия. Ваш закон не прим... Да. То есть у нас в городе все решается по связям. Это логично. Если ваши люди находятся в администрации, вы согласны, значит, что это не должно так работать. А как должно? Они должны работать и принимать решения, основанные на их решениях. С этим я совершенно согласен. Так, все, тогда все, тогда вопросов нет. Да, можете записать. Я согласен с вами.
расследование шло полным ходом. Однако, самым обсуждаемым событием внутри сети должны были стать выборы нового мэра города Лев, а также дебаты между кандидатами. Здравствуйте. К нам поступила информация, что вы баллотируетесь в мэры. Здравствуйте, да, это так. Скажите, вы готовы нести такой тяжкий труд, ведь вы так молоды? Нам необходим надежный, ответственный мэр, каким я и собираюсь стать. А как вы будете вести свою предвыборную агитацию? Я собираюсь распечатать листовки и развесить их по всему городу. И попрошу на радио, чтобы меня периодически люди за меня голосовали. Что вы думаете по поводу отставки Дона Панды? Ну, это, конечно, событие для всего нашего города, но, видимо, он просто больше не может нести на себе такую ответственность, и он понимает, что не сможет справиться со всей преступностью в одиночку. И поэтому, скорее всего, он и решил передать свои полномочия в руки достойным людям. Скажите, а как вы относитесь к нечестной политической борьбе? Я считаю, что нечестная политическая борьба – это важно. И я считаю, что это честно. Я люблю принимать участие в таких мероприятиях. Но, тем не менее, я все же попробую. Не знаю, как у нас в городе, но я сталкивалась с нечестными выборами. А как вы отнесетесь к негативной реакции некоторых жителей по поводу вашей кандидатуры? Я еще пока таких не знаю. Слава Богу. Вот, но попрошу на радио, чтобы меня периодически... Здравствуйте, как вас зовут? Дариус Шеффер. Мы слышали, что вы баллотируетесь в мэры. Да, я баллотируюсь в мэры. Скажите, сколько вам лет? Мне 42 года. И вы готовы принести такую ответственность? Вполне готов. А что вы будете обещать? Я обещаю, во-первых, повышение зарплат у большей части всего населения. Дальше ускорение работы канцелярий, в том числе полиции, ускорение работы администрации города, поскольку сейчас там находится там все время очень большое количество людей и все время затрудняется работа. А скажите, а вы будете поднимать зарплаты? Да, будем. Всем? Да, мафии. А скажите, вы будете вести нечестную игру? Да, будем. Я знаю, что мафия есть в нашем городе, но будем примыкать к ним. В нашем городе разве есть мафия? Да, в нашем городе есть мафия. Дон Панда считает, что в нашем городе мафии нет и не будет. Несмотря на то, что говорит Дон Панда слеп. А как вы относитесь к тому, что он в отставке? Если бы я вступил на пост мэра, то я бы улучшил состояние города нашего. Здравствуйте, мы слышали, вы баллотируетесь в мэры, это так? Да, я хочу стать мэром. А как вас зовут? Я Карабаш. А сколько вам лет? Мне 20. Скажите, как вы относитесь к бывшему мэру? Да, на самом деле я достаточно печалился, когда узнал эту новость, что наш мэр ушел в отставку, потому что, я был счастлив, что в нашем городе такой хороший мэр. Скажите, а что вы будете делать на своем посту? Я посоветовался с другими людьми, и я внесу несколько законов, с которыми мне хватает. И мне сказали, что в полиции достаточно маленькая зарплата, и поэтому я решил ее повысить. Но это не все. У меня еще куча всего. То есть вы будете повышать зарплаты только полиции или всем? Нет, всем. Но у меня еще куча других законов. Допустим, я слышал, что в Endo Production с лучшим уровнем
ну, как бы, высшим уровнем не разрешают, ну, многие не разрешают входить, что-нибудь делать интервью. Вот я с этим не согласен и решил внести закон, что, ну, если меня, конечно, выберут в мэры, вот я внесу закон, что с самым лучшим уровнем в эндопродакшн можно ходить, где тебе угодно, и снимать все, что угодно, но только... Сам, вы задержались мимо, вы сейчас около участка. Ну, хорошо, да, скажите, какое мороженое вы любите? Американо. Мороженое? Больше всего мне нравится шоколадное. А вы знаете, что шоколадное мороженое? Не надо. На пост мэра в начале дня выдвинулись 4 кандидата. Один из них прямо перед дебатами снял свою кандидатуру. Причина этого поступка нам неизвестна. На дебатах присутствовал весь город, и каждый житель мог задать интересующие его вопросы. Все полчаса прошли за жарким обсуждением программ будущих преобразований в нашем городе. В Доне Еноте неожиданно проснулся политик, и он задавал кандидатам вопросы с подвохом. Вопрос ко всем кандидатам. Скажите, пожалуйста, господа, какими демократическими принципами социального государства вы будете руководствоваться при управлении нашим городом? Ну, на самом деле, в моем городе будет полная демократия. Так, то есть любой из граждан сможет предложить закон, и он обязательно будет рассмотрен в администрации. Хорошо, второй кандидат. Ну, вот как бы я могу, ну, подтверждаю ее почти так же. В общем, каждый граждан может предложить свой закон. Я к этому прислушаюсь, и я как бы посмотрю вперед, как бы подумаю, к чему это может привести, и как бы подумаю. Хорошо, надо ли нам это было? Третий кандидат. Про привлечение новых законов. Мы будем рассматривать заявки, но при этом я создам совет министров, в котором мы будем обсуждать, принимать этот закон или нет. Это будет решать не только я, но и представители от каждого из административных органов. Хорошо, ваш вопрос. Да, Карбас де Рабас. Собственно говоря, по вопросу, собственно говоря, из зала вы отвечаете как всегда неуверенно. Я думаю, весь зал понял то, что вы отвечаете неуверенно по вопросам из зала. А по заранее подготовленным вопросам, которые я явно вижу, потому что вы буквально читаете текст с листочка, вы что-то отвечаете. Я сомневаюсь в вашей компетенции. Можете, пожалуйста, как-то подтвердить ее, просто не знаю. Отвечать всецело и нормально на вопросы, которые вам задают из зала. То есть на вопросы, которые мы задаем, которые задает народ, вы вообще не можете ответить нормально. То есть вы не разбираетесь. Поняли вас вопрос, ваш ответ, кандидат. В общем, этот листочек не совсем на ответы. Это немножко другое. Но я как бы отвечаю уверенно, но... Сейчас, сумливо? Ну, я вас понял. В общем, я отвечаю на некоторые вопросы. Я не до конца понимаю формулировку вопроса. Хорошо, мы вас поняли. Вопрос от судьи. После дебатов жители поделились, за кого они будут голосовать на выборах, которые должны были пройти в тот же день вечером. К сожалению, они были пересечены на неопределенный срок. Из-за ограбления пострадали все жители города. В городе не осталось денег, счета заморозили, а зарплаты не выдавались. В клубе за весь день было около 10 посетителей, и он стал работать в минус. Но неожиданно полиция напала на след краденных денег. Как нам стало известно, комиссару подкинули анонимную записку, в которой сообщалось, что деньги могут быть в квартире одного из кандидатов в мэры, Дариус Шефера. Стойте! Имейте в виду, его могли подставить! Даже что здесь кого происходит? Кого его? Про кого говорить? Объясните, пожалуйста, что здесь происходит. В общем, мяу-мяу. Тихо. В общем, рассказывай главное. Есть подозрение, что здесь деньги, сюда упрятали деньги, которые ограбили банк. Но Дариус Шефер также может быть поставлен. Так что давайте не упускать эту ситуацию. А пока обыскиваем! Так журналисты не трогают ничего, вы не имеете права. Журналисты не имеют права обыскивать. Встаньте, снимайте все, чтобы было видно, что мы ничего не подбросили. Да, а мы не сомневаемся. Ну, на всякий случай. А там ничего нету. Посмотрите где-нибудь еще. Что вы имеете? Под кроватью, мяу, посмотрите, мяу. Под кроватью, мяу, нет. Патрон! Там, мяу, мяу.
там что-то есть, что-то деньги! Есть. Деньги! Мы нашли копители! Вот были найдены деньги. Нет, я их в руки не возьму, они пройдут. Я пойду всем сообщу. Кому вы собираетесь сообщать? Радио, быстрее, радио. Радио. Надо! Да, остановись! СМИ, быстрее, СМИ! Стой! СМИ! Деньги в полицию. Полицию? Относим все в полицию. Деньги, быстро, давай! Я не... Бабло нашлось! Проверьте, нет ли у них. Деньги нашли! Бабло нашлось! Радио! Деньги нашли! Внимание, внимание! Деньги нашли! Деньги нашли! Которые You better come home, Speedy Gonzales. Away from Canary Road. Stop all your drinking. With that flusy main float. Come on over your adobe. And slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. Да. Спиди, Гонза. Я не слышал. Нет, не ходи сюда такой толпой, тем более зараженной. Вышли! Журналист, вы не закону о полиции, вы сейчас мешаете следствию. После чего день можно... Закон! Отойдите, пожалуйста! Не снимайте, типа! Деньги нашли! Где деньги? Ответить на вопросы с ним. Скажите, журналисты, сюда! Сюда! Иди сюда! Вопросы СМИ, давай. Сейчас идет рассмотр улик. Мы нашли деньги, и вы, кстати, засняли это на камеру. Да, у нас есть материал. А что будете делать после того, мы проверим, кто мог их украсть, но, судя по всему, по неподтвержденной информации, это был Дариус, который, собственно, выдвигался на должность мэра. В смысле? Я был с комиссаром. А то, что с ним сидели, общались. Я был с вами во время ограбления. А почему это он с чем-то связано? Это как... его кровать. А, ну логично, да. Ну конечно, да. Тем более... Это тем более в его предвыборной кампании прям, да, правда. Боюсь, вот это уже не в нашей компетенции, но мы будем изучать это. Когда станет известно? Мы будем изучать улики, позже все сообщу. Кстати, я хочу заметить, именно этот человек говорил про мафию, то, что в нашем городе она есть. Ну, видимо, она и есть мафия. Да, логично. Время ограбления. Я был с заместителем главы полиции. Я отправил у него документы на оружие. И какая разница, у вас комнаты нашли? Меня могли подставить. Могли. Я абсолютно спокоен. Хорошо. Вы не боитесь заразиться? А? Заразиться не боитесь? Вы уже как бы заразились. Я вас поздравляю. У меня третий уровень. Я никого не боюсь. В тюрьме врача не будет. Да. Думаю, надоели. По словам Дариуса Шефера, у него есть железное алиби. В момент преступления он в полиции получал разрешение на ношение оружия. Дариус Шефер утверждает, что его подставили. Кому это может быть выгодно? Однако... Видите, она улыбается, она рада. Она рада! Она помогала! Возможно ли, что это дело рук его политических оппонентов? Полиция пока проверяет анонимную записку, наводку, по которой обыскивали дом Шефера. Но есть и радостная новость. Найденные деньги вернули в банк. И теперь жители получат честно заработанную зарплату. Зарплата, брата, самый лучший момент этого дня. Зарплата! Зарплата! Третий день выдался сумасшедшим. Вначале весь город кипел от предстоящих выборов и встречи оппонентов на дебатах. Но информация о найденных деньгах практически взорвала общественность. В целом, город ЛФ продолжает развиваться. И в нем всегда происходит что-то интересное, играющее важную роль в жизни ЛФчан. У меня все. С вами был Везучев Петр, главный корреспондент ЛФ News, The Production. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе событий. And slap some mud on the wall.